Всем привет! Гоняем Need for Speed Payback. На очереди гонка внедорожники. Из доступных внедорожников лучше ничего в магазине нету, кроме этой BMW. Ну еще можно реликты поискать. Реликты можно прокачать до 400, показано, до 400 уровня. Но из доступных пока у меня только вот эта машина, прокачал до 270, а нужно выше 300, так что не знаю, как она будет ехать. Может, первую гонку еще и проедешь нормально, а там целая серия гонок, и до 400 по-любому доедет уже на последней гонке, так что посмотрим. Думаю, что получится. Мы провинциалы, какие ведра. Костей, но живем, не сомневайтесь, лучше вас. Деньги в карманах, грязь на руках и синее небо над головой. Мы рисковая компания. Они уже на реликтовых гоняют. На старинных. Я все думал, когда ж тебя тут увижу. Что, ждал меня? А то. Хотел встретиться с прославленным оффроуд-маньяком Шоном МакАлистером. А, ясно. Слушай, я гоняться приехал. Да, да. Но я же не могу с каждым гонщиком ездить. Сперва докажи, что ты на нашем уровне. Как насчет быстро доехать до аэродрома? Это и будет тест. Дрифт на 2 километра. Ну ладно, не надо. Докажи, что история о тебе не выдумка. Не выдумка. Смотри и учись. Горячий. Смотри, как современные машины ездят. Вот прикольно-то будет, если ни хрена не доехать. На это и будет. Придется реликты искать. Ой, ой. Че это такое было? Куда у меня управление делось? Волшебная физика творит чудеса. Так приземляться, как будто сейчас колеса выпадут. Дорога широченная, но это не помогает. Все равно, как ни хрен делать, въедешь куда-нибудь. Три километра и минута по чекпоинтам. Нормально у меня эта машина ездит уже под 200 под пересеченной местности. Ах. А по времени нормально. Даже очень. Все больше и больше время в запасе. Значит, все нормально и укладываюсь. Газу, прыжок. Прям в финиш запрыгнул. Готово. Мне кажется, время даже тут слишком много дали, или у меня машина быстро едет.
Давай слева карточку посмотрим. 12 уровень Эбу. Плюс 11 к мощности. Что-то фигня какая-то. Минус нитро будет. И максималка, ладно, наверное. Продам ее. За 8. Восемь тысяч, а стоят они тут уже по 20 и по 22. Блин, я в жизни такого результата не видел в этом заезде. Да ладно, ты просто льстишь. Я брехать не обучен. Вижу, почему другие команды так намучились. Но уж с нами ты повеселишься как нигде. Таких гонок ты еще не видел, гарантирую. У меня опыт большой после армии Эмбера. Опыт, значит? Мы будем гонять на моей гелиостанции. Приедешь? Твоей гелиостанции? Именно. Подарок дома. Увидимся там. Гелиостанция. О, как там твоя гонка с марионетками дома? Странно-то. С виду этот Хольцман не козел. Что? Да он по уши в делах с домом. Знаю, знаю. Сам удивляюсь. Ну ладно, ладно. Короче, ты за ним приглядывай. Ага, буду. Ехать на 5 на эту станцию. А где тут поближе? Нету. Где-то не видать поближе. Станция где-то на отшибе. Отремонтируйте и заправьте машину. Сделано! Жух за секунду. Да блин! Чё такая низкая подвеска? Какой-то буртик не проехал. Какой качественный забор. А как он Мак тут? Летит. А, тут этот. Прыжок в ту сторону был. Буря в пустыне. 320 нужен. Несмотря на то, что... Хольцман, приятель Навара, он обратился к вам. Встретитесь с рисковой компанией у гелиостанции и примите участие в пустыне. Набрать 7 секунд в воздухе, давай. Гонка будет. Давай шок. Попробую. Веселись, команда! Как раз как я и люблю. Пристегнись. А нету ремня. Придется так ехать. Без пристегания. Ох, как попёр. Ой-ой. Стой. Ай, стой. Тут всякие постройки. Тяжелая машина, хреново вообще поворачивает. Как начнет поворачивать, и так будет целых 5 минут поворачивать. Первый-то ты куда так разогнался? Неужели действительно надо тут уровень поднять? Они вынуждают сгонять за этими реликтами.
Блин, обратно выворачивать руль хреново вообще. Ее как понесет, так хрен обратно вырулишь. Оу, машина! Нет, не развалилась. Конечно! Там воздух же, как туда не положено туда проехать. Надо было на трамплин заезжать. Да он уже здесь близко. Я смогу. Он догонит. Какой финишный рывок? Где? 500 метров. Давай по железке. 220 по железной дороге. Вот они мы. 14 секунд. В воздухе и того провел. Давайте 20-20 уже прибавка. Мне там надо будет на машину купить. Давай снова слева. КПП 11. Мощности до 100. Чуть получше, ну вроде бы можно время в полете. Летать-то тут и некуда. Давай, сойдет. Полное безумие. Еще как. Даже до 300 еще не догнал. Не ожидал, что ты обгонишь мою команду. Будешь дальше с нами гонять, я надеюсь. Да, конечно. Отлично. Нам такие умельцы, как ты, нужны. А? Перед следующей гонкой надо убедиться, что ты хорошо проходишь слалом. Увидимся там. Да. Рельсы сквозь колеса. И где, куда тут дальше пилить? Снова на эту станцию. Гелиостанция. Сейчас я тут долечу прыжками. Какие-то прыжки тут зависные. Как подпрыгнул, как полетел. Ну-ка, ну-ка. Заехать. Мощи хватит. Скорости не хватило. Тут еще трамплин. Ух, мимо. На, дальше. Разгон делать. Хольцман разбросал металлом вдоль трассы, чтобы испытать ваши навыки словом, а докажи ему, что находитесь в числе лучших, какие тут словом. Рядом с трассой всякого мусора навалили для смеху. Попробуй выжить. Значит, ты можешь сказать муниципалам что угодно, и они это сделают? Если ты с нами, ты вообще кому угодно можешь указывать, что делать.
Не жизнь, а мечта, да? Мусора. А, уехал. Туда и дорога. Что, серьезно? Едь в обратную сторону. Да, ужасная машина. Вообще жестко таскает. Таскать-то ладно, таскать-то в обратную сторону потом. Нереально выруливать. Как на автодроме в парке развлечений. А ну вернись! А, быстрей! А кому он там говорит, вернись. Вернись в положение в последнее. Да, детка! Ого! Это что такое было? Разворот в воздухе. Бэм. А я тебе хочу сказать, ты там краску оставил. И чё тут дерево делает? Одно единственное дерево. И обязательно надо в него въехать. Хорошо-то как полет произошел, да как нормально. Давай, стой, уехал. Он уехал. Колёво, колёво. Ты близко. Километр. Давай. Поднажми. Сделай их. Что могу, то могу. Давай, моги. Все нормально, это я. Давай. Боже мой, гонка. Я же запыхался. Эти кнопки надавливать. Вправо, влево, влево, вправо, вправо, влево, блин, капец. Нитро-выхлоп. С 11 на 13. Нитро для бездорожника, все нормально. И там остальное еще по чуть-чуть. Хоцман, твои люди там реально жгли? Да, трудно поверить, что недавно они были одними из худших водителей. О? Это как так? Спасибо Дому. Он обеспечил нас преимуществом, если ты понимаешь, о чем я. Нет, о чем это? Не волнуйся, скоро увидишь. Ты же хочешь продолжать гонять, да? А то ты не знаешь. Отлично. Забетонировали. Что-то не так с этим сельским малым. Что ты выяснил? Пока ничего, но с его тачками что-то нечисто. Я выкладываюсь на всю и все равно с трудом догоняю. Ясно. Рой дальше, Мак, только осторожно. Как и всегда. Оставлю это без комментариев. Да, я тоже заметил, что-то нечисто.
гоняют прям так. На каких-то как будто формулах. Только тут наоборот. Формула по бездорожью. Хм, таксишка проехала. Что-то я не обращал внимания, были они вообще. Или они редко такси тут попадают. Кольцевая. Чё там? Гонка по бездорожью. В технологиях рисковой компании есть что-то подозрительное. Продолжайте побеждать в гонках с Хольцманом, пока он не откроет вам замыслы дома. Конечно, 350 уже. У меня есть ли картами? А нет, карт. Карты я там смотрел для этого внедорожника. Что-то максимум 13 уровни. Даже если все поставить, 300 хрен наберешь. В воздухе 15 секунд напрыгать. Давай. Попробую. Просто гонка вокруг озера? Вы же вроде как рисковая компания. Нам нужно было тихое место провести испытание. Ну, увидишь. Сейчас я вас удивлю. О, нет. Это опять извилистая трасса. А выворачивай. Блин, нахрен. Хоть иди реликвии эти собирай. Лучше машины пока нету. На данный момент. Из открытых. Какой юркий на своем бобике. Вжюк-вжюк-вжюк. Два поворота я уже и не вижу. След простыл. Как ужасно это поворачивает в обратную сторону. Блин. Широченная дорога, выехать не могу. Соперники, куда уехали? Я тут еду. Совсем не первый. 8 километров. А, давай еще перевернись. Помочь? Резкий поворот. Мне кажется, там на спину кто-то приземлился. Вот из-за того, что машина плохо в повороты входит. На этом все это время теряться. Стой, стой, стой. Угу, проехал. А нет, не проехал. Ну так нельзя. Да ты что, блин, 5-тонный. Два круга. У меня такое ощущение, при езде на этой BMW, как будто я спингом играю.
с полсекунды, а то и больше. Нажимаешь в обратную сторону. Еще чуть-чуть. Она только через секунду начинает поворачивать. Дерево. Ты как так мимо меня проехала? Давай, Мак, ты сможешь. Да, я смогу. Вы меня машину нормально подгоните. Куда? Налево едь. Во. А чё ты не тормозишь? Дерево. Первый я. Да вы мне, похоже, уступили место. Мне кажется, они поддались. Я тут все собрал на этой ненаповорачиваемой машине. Побеждаю. Они под финиш как-то ходу сбавили. Мне так показалось. Получится, не получится проехать эти внедорожные гонки на этой BMW, или не получится? А то такой дикий отрыв по уровню. Турбо. Копейки. Но все-таки лучше. Стоп, давай на чистоту. Ты хочешь сказать, что дом заряжает ваши машины? Брось, ты думал, эти селяки... Конечно, заряжают. Братан, как-то это не здорово. Ради мечты на многое можно пойти. Ты же понимаешь меня, да? Что? А, ну да. Ради мечты и все такое. Ага, у меня есть идея. Следующая гонка пройдет на моей стройке. Участвуешь? Да. Так, спешу сообщить. Я еду в ловушку. Но на гонку же все равно приедешь. А куда деваться? Да и вообще, это даже интересно. Сомнительная причина, чтобы ехать в ловушку. Да ладно. Гонка в стройке. С каждым заездом уровень повышается, но они ездят все на тех же машинах. Они, видать, тоже ставят какие-нибудь карты. Настройки здесь этих бортов куча и деревьев почти что и не видать. Должно попроще проходить. Хольцман пригласил вас на гонку на одной из своих стройплощадок. Да, похоже на ловушку. И что тут? Может, с полицейскими, то ну, тогда будет еще лучше. Через два года
Дом сможет сказать, что у него лучший небоскреб на западе США. А пока что наслаждайся гонкой. Тебе помочь надо? Я знаю. Отправить тебе какую-нибудь в ближайшую каналу. Да блин, поворачивай. Без столкновений никуда. На этой машине это вообще никуда без столкновения. Жесть. 4 круга. Мощно. На такой неуправляемой машине 4 круга это просто капец. Нужен идеальный момент для обгона. Какой обгон? У меня машина не едет и не поворачивает. А он тут какой-то про обгон говорит. Дрифт на 500 километров. Царапина. Ага. Я тут на наручнике попытался зайти. Ха, кроть! Ни хрена не получилось. Да куда он так разогнался-то? Чё? Ты же поддашься этим на последнем круге? Я же знаю. О да! Первый! Рано радоваться. Два километра, последний круг. Он тут. Он совсем близко. Одна ошибка и все потеряно. Че, трасса-то, блин, не из легких. Вроде трасса не такая сложная, просто непривычно. Уйди! Уйди! А, стой! Какой точки отрыва? Полицейские. Осторожней же надо. Ты, черт британский. Я пытался быть с тобой вежливым. Хотел тебя в семью ввести, а ты мне такое устроил. Дому такой гонщик не нужен. Ну и хорошо. А куда ехать? О, черт. Че за бред? Доберитесь до точки отрыва и поставили меня куда-то там. Хрен пойми куда. Вас поняла, высылаю дополнительные машины. Что ж я за идиот? Осторожней же надо. Ты, черт британский. Я пытался быть с тобой вежливым. Сейчас нормально. Вести, а сейчас пошло по плану. Дому такой гонщик не нужен.
Ну и хорошо. Черт, нас два я буду гонять для этих коррумпированных скотов. Ага, заехал ему на крышу. Рядом со стройплощадкой Арк Тауэр. У меня машина тяжелая. Принято. Вы мою машину вообще не должны никаким образом сдвигать. У меня 500 миллионов тонн весит. Ясно. Внимание, установлены тяжелые барьеры, проезд будет ограничен. А мне кажется, я эти барьеры уже проехал. Жух! Пролетел. Он как так проехал? Он по 300 километров в час заехал в поворот, который по 90 градусов. Ого-ого, вот это кулевая сальто. Вот они когда начинают таранить, у меня машина как я сбрю. Машина сразу 50 килограмм начинает весить. Вот это клево он въехал. Столбик. Я обожаю автодром. Ясно, принято. Едет на запад. Опасно. Встречка. Отстой! Они под машину заехать уже пытаются. Фига, поворот-то налево. Куда ты едешь? Прямо. Прости, брат. Не догнали. Принято. У вас машина не ездит по песку. Потеряли визуальный контакт с объектом. Внимание всем ведущим преследования. Где вертолеты? Пока, неудачники. А где преследование на вертолете? Вот еще будет. Давай справа. Во. 16-й. Нитро, ну это фигня, нитро чуть-чуть минус. Все остальное нормально. Все в плюс. Машина, словно что? С неба упала. Это не Хольцман. Ты кто? Человек из команды. Слушай, мы тебя не особо любим, но то, что Хольцман делает с домом, что-то тут не так. В чем дело? У меня для тебя инфа, считай знак доброй воли. Хольцман ездит у городских водостоков, придумывает новый маршрут. Хочешь с ним погонять? Езжай туда. Слушай, спасибо. Я прям не ожидал. Не стоит. В смысле, не стоит никому говорить. Где-то опять в городе. А внедорожники по городу. Заправка. Ты что такое? Я же рядом, почему она не отремонтировалась? О, сейчас на машину начала походить.
Ну да, 380. Один человек из команды Хольцмана намекнул вам на новую секретную гоночную трассу. Отправляйтесь к городским водостокам. Бросьте ему вызов. Какие тут водостоки? Да ладно. Не поеду я. Кто тебя навел? Неважно. Твоей команде не нравятся твои грязные трюки. Хочешь грязные трюки? Сейчас будут грязные трюки. Я тебя раздавлю, парень. Да, сейчас сначала ты уедешь в стену, а потом уже говоришь, что полетели. Тебе интересно. Ох, хорошо такое. О, меня не поворачивает. Хочешь врезаться? Врежься в меня! А я уже это сделал. О, да! Мак летит! Это что за чудесная трасса? Я не вижу, куда ехать. Все трясется. Что, Хольцман, лишнее железо тачка замедляет? Это железо стоит больше, чем твоя жизнь. Надо тут по кругу. Ой. Значит, там эти дурацкие трубы. Не раз давай, будут. Погнали. Да что тебя таскать туда-сюда, вправо-влево? Я лечу! Лечу. Смотри, не перелечись. Лечу, говорит. Ну ладно. Ох, ох, ни хрена. Это... Чё за чудеса езды? Откуда ты знаешь, где мы ходим? Скажем так, у меня есть друзья. У всех есть друзья, Хольцман. Не такие, парень. Точно не такие. Капец. Ну и трасса. Упс. Трасса явно не для этой машины. А, блин. Ты и твоя мелкая шайка начинаете меня раздражать. Ой, что такое? Я тебя чем-то огорчил? Когда дом с тобой разберется, ты сам огорчишься до невозможности. Ты, парень, ходишь по тонкому льду. У меня есть шанс выиграть эту гонку. Гонись, гонись, не обгонишь. Потому что он где-то там воткнулся. Такое ощущение, что он все еще там стоит. А нет. Нет, нет, нет. Он там не стоит, потому что я там проезжал. И его не видно было. Значит, он едет. Прыгал! А он, значит, едет и может догнать. Хольцман, трасса кончается, ты где? А ты оглянись, я прямо за тобой. Вот и я про это же и говорю. Просто шедевральное управление у этой машины. Едет туда, куда надо. Вы можно, можно газу на ней поддать.
Я обещал старому, и эта машина будет просто прямо ехать и собирать все вправо-влево. Представляю, что у вас за вечеринка. Они опять тут сетку починили, заборчики поставили. Каждый круг заборчики возвращаются на место. Финиш, быстрей. Воздушный маг! Воздушный маг. Грязные трюки со мной не прокатят. Если бы он не врезался на первом кругу, мне кажется, бесполезно было бы ездить. Дорога узкая, куча всяких препятствий. Везде эти повороты, какие-то столбы. Все это на неуправляемой машине просто ужасно. Полетная мощность, тормоза. Херня какая-то. Команда слита. Открывали машин, которые монет не хватит купить. Ты и твоя команда не знаете, во что вписались. Что, не любишь проигрывать? Вы скоро войдете в логово льва. Надеюсь, ты и твои друзья готовы все потерять. Еще раз. Мы вернем себе город, а дом будет повержен. Ты нас не напугаешь. Зря ты думаешь, будто дело только в доме. Но если мыслить твоими категориями, между тобой и гонкой других оффроудеров нет. И следи за слепыми зонами, мы будем за тобой наблюдать. Тогда вас ждет офигительное шоу. Ага, шоу. Вот надо будет только машинку прикупить новую. Не, больше на этой херне во внедорожниках участвовать просто капец. Без этих реликвий, мне кажется, нехрен уже делать, если еще будут эти гонки по внедорожникам. А на другую машину монет хватит. Там еще можно прокачать. Можно сразу 300 уровень купить в магазине. Ну что же, ладно, на этом у меня все. Внедорожники природины. Ну, вы оставляли свои комментарии. Всем пока и до новых видео.